Так, друзья, начинаю запись еще одного фильма. Вспоминаем, я недавно сделал фильм «Открытое письмо» в адрес Путина, Владимира Владимировича, президента России, для того, чтобы помог сделать так, чтобы за Россией было признано приоритет в одном из величайших мировых открытий, которая не просто уровня Чарльза Дарвина и других гениев, оно отменяет и все это отрицает. Сильно смело, сильно неожиданно. И поэтому я еще раз возвращаюсь к этой теме, так как реакции не последовало. В свое время была реакция, сейчас мы об этом тоже поговорим. Так, проверяю, идет ли запись. Запись идет. Итак, вот это я просто часть прочитаю. И вы поймете, что сильно сложно даже для академиков. Почему? Это та самая простота, которую осознать трудно, что все так просто. Сейчас прошу прощения. Я никогда не отключаю телефон, всегда жду каких-то... Слушай, Володя. Нет, мне некогда фильм снимаю. Извини, брат. Мировое открытие делаю. Ага. Попозже. Спасибо, все равно спасибо. Да, я дома за компьютером. Не могу же я отвлекаться на разные мелочи. Ремонт машины, когда тут такой, какая тема. Итак, продолжаем. Значит, настолько просто, что невообразимо для людей с учеными степенями. И сейчас вы поймете, почему я не повторяю, а попробую рассказать еще проще. Итак, ледниковый период науки. Это часть книги. Нет у меня рядом тут этой книги. Ладно, нету, но вы уже знаете, о каких книгах идет речь. Есть книга, называется... может, потом я ее покажу. Есть книга, которая называется «Записки зачарованного сибирского». Это одна из глав. Это Нобелевская премия. Жалко, что... мы можем ее и не получить, и потерять. Итак, поехали. Одна из глав книги, она же «Мировое открытие». Друзья, надеюсь, вам уже не грозит дремота, переходящая в глубокий сон при прочтении моих рассказов. Да-да, именно рассказов, а не нудных инструкций. Вы, те, кто имеете в своих предках не обезьян, а людей с гениальными мозгами и высокой моралью, легко адаптируйтесь в моей не совсем обычной философии. Когда-то на Земле был благодатнейший климат, Эдем. Не исключая, что Эдем – это другая планета. Не исключаю. Но не было человека. Он последний из эмигрантов прибыл на суровую планету совсем недавно. Смешными выглядят потуги так называемых палеонтологов, в скобках, позади скандальное разоблачение из-за высосанных из пальцев теорий. Помните эти фальшивые черепа? Теории не извести нас до состояния скотов. Они разбиваются об отсутствие скелета в наших предков с нормальными черепами всего 40 тысяч лет назад. Ни одного черепа человека. А задумался кто-нибудь, что это всего 1500-2000 поколений из обезьяны. Но однажды случилась беда, и начался ледниковый период, а за ним еще и еще. Вся Северная и Центральная Европа стала копией сегодняшней Гренландии. Это трудно представить. Километры льда над когда-то благодатнейшей землей. А что люди и плодовые растения? Отступили в Африку и одичали. Поняли? Мы не развились, мы одичали. Люди почти все вымерли. Выжившие вынужденно покрылись своей чужой шерстью.
потеряли возможность использовать весь объем мозга, эффект Маугли. И только редкие случаи истинных возможностей мозга. Все люди родятся гениями. Пробой искусственной изоляции у людей, которых мы называем гениями. Вот. Например, извлечение у меня корня 7-й степени цифр, занявшей площадь всей школьной доски. Это что, от обезьян, считающих до 3? Затем ледники отступили. Жизнь вернулась на север, к нам. Но дикость отступала медленно, и сейчас еще войны, заменившие инстинкт охотника на инстинкт убийства себе подобных, дают о себе знать. А селекция в сторону поумнения людей так и не произошло. Мозги человека в целом оказались не нужны человечеству. Ревность менее умных талантам. И умные люди отвергаются обществом как раньше, так и сейчас. Особенно мозги, направленные на созидание. Вспомните крылатое выражение «трудно быть Богом», по моей терминологии, детям Бога. И вспомните страшную судьбу Иисуса Христа и еще миллионов лучших людей. Но качество истинного человека проявляется и тут, и там, и мы узнаем о каком-то самоотверженном поступке, связанном с риском для жизни и со смертью, подвигом человека, только тогда понимаем, мы не потомки земных обезьян и становимся от этого чуть лучше. А зачем тогда все же живем и чаще всего мучаемся на этой ставшей негостеприимной земле? А потому что мы проходим испытания, становясь в конечном счете или человеком, или человекоподобной обезьяной, пусть даже в костюме вместо шерсти. И в новом для себя загробном мире наши пути разойдутся. Потом, после смерти, временного проживания в биологическом животном теле, нам наши качества имени человека, о как пригодятся. Потеряв подпитку энергии погибшего тела, душа человека сможет рассчитывать в начале загробной жизни только на положительную энергию, скорбь и любовь, оставшуюся на земле родных. Или на ненависть, отчего попытки подкупить церковнослужителей богатыми подношениями, а фактически взятками Богу, взятками надо было брать в кавычках, тут не проходит, господа олигархи. Свинья останется свиньей. Извините, но если бы на моих глазах не умирали в муках настоящие, но ограбленные вами люди, я бы не называл вас свиньями. Увы, на небе другие ценности. Косность науки заключается в том, что однажды приняв за догму какое-то утверждение, она уже не в состоянии отказаться от нее сотни лет. Кормушка, однако. Так случилось и с плоской землей, даже когда уже любой моряк знал, что она круглая. Так случилось с обезьяньей теорией Дарвина. Так и случилось с теорией академиков Апалина Халдейна о зарождении жизни на земле в грязных лужах в виде случайного слипания молекул клетки, способной делиться. Мне ближе всего именно садоводство. Такое впечатление, что ладно, физики, в химии, атомная бомба и газ зарин. Но как случилось, что в гуманнейшей науке в садоводстве воцарило зверство, и, соответственно, бал правят звери. А оболганные настоящие ученые садоводы переворачиваются в гробах, видя, как из их утверждений делают противоположные идиотские выводы, придавая наукообразную форму. Позже тем, что чиновники а сельского хозяйства сплошь троечники, набились толпами в департаменты сельского хозяйства, но ничего не понимают, и перед ними не ставят верхи задачи иметь свои отечественные фрукты. Не ставят! Вот их-то невежд и дурят. Вот. Но об этом поговорим позже. Начнем сначала. Найдем проявление Бога в нашей жизни. Тогда о зверствах по отношению к природе людям придется забыть. Вот смотрите, я тут упомянул одного из гениев. Знаете, называть фамилии, называть. Однажды было принято правильный вывод, именно он касается садоводства, о том, что, я боюсь это, углубляться в эту тему страшно, о том, что если на дерево, это буквально теория, это буквально один из, считается якобы гениальнейших выводов, если на дерево
на почку не упадет солнечный луч, она не станет плодоносить. Вот. И вот тогда Тимирязев должен сейчас в гробу переворачиваться, если он имеет впечатление о том, знание о том, что случилось. Ах, все дерево должно пронизываться солнечными лучами. И началось страшное уничтожение деревьев, страшное. Вот. И никто за них не заступился ни в 20 веке, ни в 21. Пока я не схватился за голову, не сказал, вы что творите? Но это я отдался. Просто я говорю, что мне близко садоводство. Вот. И про гробы, в которых переворачивается это день. Разве можно было сделать такой вывод, пронизывать солнечными лучами все дерево, а для этого нужно часть света уничтожить, не понимая, что божественное 100-миллионное развитие, 100 миллионов лет, 200 миллионов лет, привело к тому, что дерево совершенное там, где его родина. А потом катаклизмы, приспособления, катаклизмы, они сделали их еще совершеннее. Поэтому яблоня отличается от груши. А идиоты, ой, извиняюсь, я не сказал идиоты, а странные люди, давай их это, приводить к общему знаменателю. Лишние ветки отрезать, нижние ветки отрезать, что растут вниз отрезать, что растут внутрь отрезать, 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 отрезать. Вот. Только потому, что когда-то была... Вот, лучше бы этого не открыл Тимирязев. Вот вам один пример. Но это не главное. Ведь все-таки я сейчас говорю, внимание, открытие. И я не буду вот это сейчас вам говорить. В фильме, по которой открытое письмо Путину, я не постеснялся призвать его на помощь. Точнее, не его, он никогда этого не узнает. Вот. Это не его уровень. Это уровень кого-то из его администрации, кто отвечает за науку. Ну, видимо, не те люди отвечают за науку. Ответа я не дождался. Вот, на открытое письмо фильм. И вот теперь второй раз вот это. Не буду цитировать каждое слово. Вот вы просто потом возьмете самые те, которые действительно хотят быть детьми Бога, а не обезьяны. Вы вот это вот так прочтете, не спеша вернетесь к этому. Вот. Вот к этому. Видите, просто будете по-новому останавливать, двигать. Вот. И похоже на папоротник. Это всего лишь единые узоры, но я сейчас открою вам эту величайшую тайну тем, кто еще не знает. Вот. Видите, я ничего не объясняю. В принципе, любой академик, а академики дураки не идут, просто они не хотят знать правду, такое впечатление. Иначе скажут, любой, да господи, сейчас Железову звоню, беру его в эти в соавторы, мы сейчас вокруг этого накрутим диссертацию, вот, толщиной в эту самую полметра, и вот, выберем, найдем еще 1000 доказательств. Здесь только количеством надо брать. Ясно? Здесь надо брать количеством. Я сейчас вас удивляю, поражаю. Вот. Случайно, да? На стекле вот это. Случайно? Вот. Случайно это все? Как можно было не заметить? Как? За сотни лет все под, с этой, по этой обезьяньей теории, с этой слипанием грязных лужек. Вот. Ну что вам еще надо? Вот оно, открытие мировое. А вот это одно из моих этих. Это я опять отвлекаюсь. В моей бедной голове родилась тянущая мысль, что не мы, люди, окультурили плодовое растение. А культурные растения полезны раньше нас. Меня за это уже доктор наук на страницах это, журнала «Вестник садовода» сказал, что это дичь. Вот это выражение. Дичь. Это дичь. Вот. Не имея понятия, что невозможно
А, все, не буду отвлекаться именно на селекцию, потому что мы берем выше, мы берем самое появление жизни на Земле. Вот. Я инженер-богоискатель, бережно пронесший через свою жизнь не слепую веру, а страшное изумление. Не имеется в виду не слепую веру в Бога, нет. Страшное изумление, как разумно устроена Вселенная, Солнечная система. Как сложна разумная жизнь всего живого, вплоть до последнего мурашки, поливаемого нами соляркой. Всех, кроме человека, заблудившегося между моралью с одной стороны и отнятием куска хлеба убийствами с другой. Вот. Теперь, значит, все это вы прочтете, прочтете, прочтете. Ну, давайте вот это. Я не стал в первом фильме, чтобы не перегружать его, вот это вот главу упоминать. Это уникальные люди, уникальные женщины, которые помогли мне создать эту теорию своими фотографиями. Татьяне Нога, Светлане Телегиной, Людмиле Неверовой посвящается. Милые подруги, откуда вы такие умные беретесь? А еще говорят, что будто бы нация тупеет. Кстати, нация тупеет, таких как вы все меньше. Это правда, что тупеет. Не умеет в школах учить людей думать, а не зубрить. Вот. Огромное спасибо от шамана Железа, моего духовного брата и соизобретателя нового, пока еще антинаучного направления, Юрия Латинкова, Царство ему небесное. Присланные вами фотоснимки и письма бесценны. Это последние кирпичики, построенные нами здания. Теория образования жизни на планете Земля. Подчеркиваю, для непредубежденных. Божественное происхождение. На фото, на ледяных узорах, на силовых полях. Настоящие бабочки и растения. Качество снимков изумительно. И вот уже тысячи лет все ученые любуются божественными рисунками. Но как-то, кстати, не только на стекле. Так как-то так получилось, что кроме нас с Юрием Латинковым никто до сих пор не увидел, что изобретение через стекло раскрыло эту тайну. Но поздно. Догма – это гиря на ногах науки. А мы с Юрием Алексеевичем даем шанс именно российской науке. Берите готовое открытие. Ладно уж, повторю еще раз. А потом расшифрую для тех, кто опять не поймет. Тайна самой жизни, привнесенная с космическими дом, силовые биополя, в которые встраивались и оживлялись с космическим домом, молекулы из перенасыщенного, электризованного, пронизанного жестким излучением супа из морской воды, до того космические глыбы льда, насыщенные солями минералами, согретые жарким солнцем, пронизанные жестким излучающим, ионизирующим излучением. Вот. И вот, значит, это потом. Спасибо вам, помогли. Это еще вот это и еще вот это. Латинков взял, когда я ему рассказал своих почерк, он говорит, у меня, ой-ой-ой, что у меня есть? Вот что у него есть. Это уже не узоры на стеклах. Это уже замороженная вода. Вот. И что мы имеем? Сразу горизонты у Земли, с разных колодцев. Итак, еще раз. Пусть звучит примитивно, но официальная теория происхождения жизни в грязных лужах еще примитивнее, понимаете? Мы примитивные, но они еще примитивнее. Вот. Это о якобы случайном жизнеродном слипании молекул путем перебора. Сейчас это, возможно, кажется смешным самим академикам. Но и отказаться от дарвинизма невозможно. Кушать хочется всем ученым. А Богу поклоняться можно и не афишируя этого. Кстати, это и происходит. Но это двурушничество, господа ученые. Втихушку верить в Бога, изумляясь, потому что есть такие вещи, которые невозможно ничем объяснить. Или демонстративно стоят со свечками в церквях. Стоят ведь. А кормятся от мертворожденных теорий, низведших нас за состояние скотов. Вот еще раз почитайте. Вот.
Не давать повода считать нас быдлом, которое не жалко. Отказываясь хотя бы как от варианта, хотя бы как от гипотезы. А долбя, долбя, долбя в школах, университетах, в академиях. Вот. Слиплись. Вдруг ожили. Кто-нибудь когда-нибудь подумал, как, в какой момент, когда клетка смогла разделиться на две клетки и обе живые. А? Вот. Итак, объясняю еще раз. Вот. Потому что я еще надеюсь. А вдруг? Вначале я в двух словах, а потом вот это вот. Это доктор наук. Вот. Первый, который двинулся с места. Итак, суповой набор. Да, он суповой. И вот в воде находятся, чтобы еще проще, силовые структуры. Любая вот из этих вещей, кстати, нет ли там, а нет, продолжение следует. Любая из этих вещей, так, любая из этих вещей, любая из этих вещей, это все в воде, это уже не ледяные удары, это просто вымороженная вода. Вот, и сфотографирована. Находится, плавает в воде. И где-то когда-то суповой набор настолько густой и имеет все, что надо, тогда молекулы каждая встраивается туда, куда она должна встроиться. По кирпичику, по кирпичику. Это здание, любая вот эта вещь, это в своем роде готовое, подчеркиваю, готовое, готовое. Вы посмотрите. Вы посмотрите, вы удивитесь. Сейчас я выберу, что попроще. Вот. Ничего не напоминает. И они, когда полностью подберется весь состав, а учитывая миллионы, миллиарды лет, учитывая гигантское количество воды, которые вместе с водой прибыли туда, силовые каркасы, которые должны были уже на месте наполниться и таким образом, чтобы полностью клетка вся собралась до кучи и тогда жила. Это еще не открытие, это гипотеза. Я прошу вас, включайтесь, господа академики. Давайте вместе доведем до ума. Пусть моя фамилия будет пятая или десятая, я не это. Все равно это надо ради престижа, ради страны, ради Родины это делать. А теперь смотрите. Итак, про теорию опалин мы знаем. Итак, грязные лужи слиплись и ожили. И я сейчас вам... А ну-ка, где он у меня есть? Сейчас я вам покажу живого человека, который пошел дальше всех. И застрял. Пошел и застрял. Пошел и застрял. Ох, я, наверное, получается, не готов к этому разговору. Где-то у меня... Академик Вояко. Ой, доктор наук Вояко. А вы уже можете академик. Так, 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 так. Надо было фотографию. Вот. А то я сейчас скажу. Он выступил на федеральном телеканале «Наука». Да, кстати, вот на этом, кажется, телеканале. Вот. А жаль, что я его самого не нашел. Этому человеку я тоже выслал книгу, уникальную книгу, и думал, позовет меня, и я вот на этом экране все расскажу. Он кто? Он пропагандист науки. Вот. Но он даже спасибо за книгу не сказал. Посмотрел, полистал и ничего не понял. И ничего не понял. Я специально сейчас для него. Это моя боль. Годы идут. Годы идут. Вот. Для него все тот же анекдот расскажу. Приходит учитель математики домой и жалуется жене. Дорогая, вот, у меня ничего не получается. Вот, я математику преподаю, дети тупые, ничего понять не могут. Я устал.
Я теорему Пифагора рассказал, дети не поняли, весь класс не понял. Я второй раз рассказал, весь класс не понял. Я третий раз рассказал, наконец-то сам понял. А они тупые так и не поняли. Вот. И вот это, к сожалению, продвижения нет из-за этого. Сейчас еще попробую вернуться, знаете как? Сейчас попробую. Все-таки я хочу показать его живьем. Я его фотографию сделал с экрана. Потом я нашел его, эту самую передачу. Вот. И нашел его передачу. И, кстати, это я сравнивал. Это я сравнивал. Сравнивал, сравнивал. Вот видите, два сапога пара. Это мой орден трудовой славы. А это орден Мичурина. Сравнивайте. Вот. Поэтому я имею право себя сравнивать с Мичурином и говорить с ним на равных. Вот. Мы, современники, не отупели. Мы не отупели. А я все еще ищу доктора Воякова. А куда нам спешить? Самое главное, я сказал, открытие состоялось, можете дальше не слушать, хотя то, что сейчас я от его имени произнесу, это будет вон они, кстати. Вы понимаете? Ой, нет, все, не буду отвлекаться на это, на дебильную обрезку. Сколько подлости совершили последователи этого утверждения. Правильное утверждение? Вот. Про солнечный луч. Но выводы-то какие? Вот выводы такие. Вот это мы делаем. Вот. Было это 900 просмотров, стало 1 800 000, сейчас уже 2,5, и никто не запретит вот это вот учить этой подлости. Это так, к слову. А я все еще ищу Воякова. А, нашел, слава Богу. Кстати, помните, там мои слова были о разумности Вселенной, нет? Не помните? А вы знаете, что, кстати, что это искусственное создание, кольца Сатурна, нет? Только для им вся эта, практически вся поверхность Сатурна обогревается благодаря кольцам. Да? Нет? Как можно этого не понимать, что это искусственное создание? И это. Луна и Солнце имеют одинаковые угловые размеры. Как это возможно? Вероятность-то нулевая. Нет, вот она перед глазами. Ой, боже мой, ладно. Вот он, Воякова. Итак, вот его выступление на канале. И называется «Биосфера. Законы жизни. Вода». Он много хорошего рассказал о воде. В какой-то момент, вы видите, это фильм. Вот его легко найти. Очень легко найти. Владимир Воейков, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова. И найти эту передачу тоже легко. Я ее нашел. Я ее снял прямо с экрана, эту передачу, целиком. Вот. Я останавливался, я наслаждался вот этим. Но почему он так испугался, а? С виду, вот он, профессор МГУ. Ну почему? Посмотрите, я на этом закончу. Это невероятно. Вот это, у меня тряслись руки. Я прям с экрана записывал лихорадочно. Потом, да, у меня же отдельный фильм, все есть там. И все разжевано. Но вот это первое впечатление. Вот оно, внимание. Я уже 2 раза показывал. Я не могу остановиться. Владимир Владимирович Путин. Вот. Академия наук. Значит, Министерство науки и высшего образования. Вот. Скажите Бойкову, скажи правду, ты уже все понял, Владимир. А? Давайте, что он, его слова, цитирую. Сейчас появляются намеки. Смотрите, всегда мы говорили гипотезы, теории. Дальше идут эти самые теоремы. Что у нас еще есть? Открытия. Так мы называем, да? Вот. И вдруг прозвучало намеки. Не повернулся язык.
Конечно, он меня имел в виду уже с этого 2014 года, все знают, и меня знают. Вот, и печатали меня, все издания, какие есть. Научно-популярные, не научно, научно-популярные. Сейчас, его слова, появляются намеки на то, что формирование организма вода принимает важную роль. В том смысле, что она не просто растворяет, а может строить. А главная цитата еще ниже. То есть вода – универсальный растворитель и универсальный формообразователь. Из того, что в воде растворы начинают собираться, что в воде раствор, начинают собираться определенные формы, которые начинают жить своей жизнью, своей жизнью, формой своей жизни, оживать. Ну, почему ты не сказал, что это гипотеза? Ну, ты мог, у тебя язык не повернулся, потому что железометаллург. Да, металлург, но в скобках не дурак. И такое должно было прийти простому металлургу быстрее, чем вам. Потому что атеизм, он пронизал все. Атеизм дает право убивать людей. Понимаете? Почему? Потому что мы скоты, мы из грязной лужи, вот слиплись вот так вот. И теперь только получилось вот так, вот эти формы, и вот мы уже 80 килограмм, хоть ты убийца, хоть ты этот самый, хоть ты гуманитарий. Вот. Целые народы, это совершенно не имея понятия о том, что существует Бог, со свечкой это еще, в церкви это еще не это. Непризнание Бога. Потому что ты после этого даешь команду, и бомбардировщик летит и бомбит мирные города. А ты свечкой стоял и тут же говоришь, ну что, разбомбили? Вот в чем дело-то, ребята. Нам нужен Бог. Но Бог уже так нужен, чтобы начать изначально, с самого начала, с появления жизни на Земле. Еще не все. Не обязательно. Да, везде и всюду, это как засев Вселенной. Везде остывает планета, попала туда, когда достаточно остыла, попала туда какая-нибудь глыба льда, а в ней уже есть эти, готовые эти. А есть еще другие пути. С этой же глыба льда, помните замороженную лягушку, которая это, помните, ну, долго говорить, есть такое понятие панспермия. Может, уже готовая форма, не обязательно это, уже сразу прилетела. Тогда вопрос, откуда взялось, если вместе с глыбой льда прилетели туда, бактерии прилетели, насекомые прилетели. В центре глыбы, она же падает, когда большая глыба, она не обязательно сгорает в атмосфере при огромной температуре. Вот. Упала, и все. И мы что имеем? Вспомните этот Тутовский метеорит. Наверняка это была ледяная глыба, чтобы там не выдумывали эти сотни теорий. Ледяная глыба была. И ищи следы, ищи. Вот. Войков, профессор Владимир Войков. Почему вы выбрали слово намерки? Почему язык не повернулся? А? Все-таки, ведь понимаете, признавая уже не намерки, а хотя бы гипотезу, мы признаем существование Бога, потому что дальше уже, извините, это мы за это уже не отвечаем. Наука никогда не узнает и не откроет. Откуда же взялись вот эти вот силовые структуры, невидимый нам мир, биополя? Наконец-то я произнес это слово. Биополя. А? Гражданин Войков. Как бы хорошо, чтобы вы это увидели. И я вас беру в эти, как это называется, в соавторы. Произнесите одно только. Мы вместе будем стоять, если я еще буду жив. И если мы будем живы, вы тоже, похоже, не молоды. Вот. Но успеть бы и стоять это привлечение Нобелевской премии. Но приоритет должен быть за Россией, ведь это же вы сказали намеки, а тут же американцы, китайцы скажут, это мы открыли. У них же есть близко к этому подходы. У них же есть близко подходы. Хотите, покажу. Вы, друзья, привыкаете к новому термину. Вот. К тому, что в кавычках название не якобы вторичного явления, типа эффект Рилляна. И вот претендент будет. Поняли?
Еще раз. Нам нужно вылазить из задницы ученые, из научной задницы. Почему? Потому что смотреть и завидовать, что все Нобелевские лауреаты кто угодно, только не мы. Ну, еще пару слов. Как я дошел до этого? Понимаете, я в саду. Там вся эта... Она как книга. Берется, отпиливается. Даже нет. Наука что-то смогла сделать, но на этом остановилась. Вы знаете, сколько микроклонирования? Берется кусочек живой ткани, дерева. Ну, какой-нибудь отрезали. Вот, размололи в пульпу. Поместили питательный раствор. И выясняется, каждая клетка дает дерево. А при чем тут тогда? При чем тут тогда происхождение жизни в лужах по опалинам? И при чем тут тогда? И каким путем могло случиться, что не просто развивались клетка плюс клетка плюс клетка плюс клетка, и вот уже целый организм. Из 35 миллионов лет, это недавно было, из мышки вот этой, два фаланга пальца, вырос человек, появился. Величайшая дурь на свете. А объясните мне, как в клетке организма, их там миллиарды, в каждой клетке есть настоящее дерево, которое тут же из нее и выращивает. Ну еще, это, господи, как вас убедить-то, я уже не знаю. Ведь в ответ же какое-то мертвящее это. Микропланировка. Микроклонирование растений. Вот. Это тупи, тут это тупиковое направление в науке, но даже научившись вот это делать, вот это вот, да, это все из клетки. Даже научившись вот это делать, показать вам где-нибудь поинтереснее. Целые деревья вырастают. Что внутри клетки в ядре находится целое дерево. Как оно по Дарвину могло быть, если там клетка плюс клетка плюс клетка? Как внутри оказалось целое дерево? Как внутри бабочки получилась гусеница? Из гусеницы прекрасная бабочка. То, что мы называем трансформером. Как? При чем тут эволюция? Как оно могло постепенно? Это мгновенное на наших глазах за секунды превращение, оно не сразу превращается, оно там внутри сидит, а потом появляется прекрасная бабочка. Как? Почему про это молчат, когда говорят о дарвинизме? Любимая тема. Обезьянья теория. Гениальные мозги от обезьян. Они наоборот заблокированы. Вот этот время, когда гениальные люди оказались в неприспособленных условиях и в таких вот ограниченных условиях, мозги не могли развиваться. Спасибо, сохранились. Иногда достаточно дать по голове дубиной, чтобы у человека вдруг это взял и умнее стал. И такое бывает. Это что, тоже Дарвин? Да, дубина? Что, таким образом били другого дубиной и становились умнее? Да нет, мозги уже были такие. Ну все, я выговорился. Еще раз. Владимир Военков, доктор наук. Почему вот эта вот определенная форма начинает жить своей жизнью, начинает собираться в определенной форме своей жизни? Почему это не в учебниках теперь нет? Почему нет? Нам не нужно в этих школах и институтах преподавать Библию. Нам нужно, чтобы все, что говорит в пользу божественного происхождения, обязательно рассматривалось как альтернатива. Чтобы как можно больше людей задумалось. Мы не из грязных луж, мы не от обезьян. Вот тогда придумать за 1-2 тысячи поколений из обезьян в человека. Это ж какие это? Что, мозги вот эти брали, вставляли в уши шланг от этого, от насоса. Качали, качали, и мозги увеличились в 2 раза. Ну, думать же надо, когда вот такие идиотские эти самые. 1,5-2 тысячи поколений, и он стал умный. Гениальный. Все, выговорился. По-другому не могу уж, простите меня. Вот. Осталось придумать, как назвать этот мой... как его назвать-то?
Так вот. Глаз вопиющего в пустыне. 15 лет толдычивает, даже реакции нету. Вот единственное, вот он прореагировал. Вот. И то постеснялся назвать своими словами. Чтобы это вариант. Пусть вариант. Все, запись закончена.